Відкрита трибуна. Чи знаєте ви депутата, який представляє ваш округ у Верховній Раді? К сожалению, я не знаю депутата, который представляет меня в Верховной Раде. А вообще-то я хотел бы видеть депутата, который бы представлял мои интересы. То есть выражал бы то, что хочу я и люди этого округа. Вот за такого депутата я бы голосовал. Но в данный момент я таких не вижу. Ну, хочется, чтобы он был такой, знаете, как Зеленский, вот человек с народа, вот чтобы прям наш, чтобы он о нас о всех заботился, чтобы думал о людях в первую очередь, а не о себе. Вот. Честно, без понятия, кто у нас в Кривом Роге представляет, ну, какой депутат представляет нашу Верховную Раду. Ну, вообще, по, типа, как бы всем депутатам, которые у нас сидят в Верховной Раде, могу сказать, типа, что не должно быть коррупции. И думаю, надеюсь, что после выбора нового президента, ну, так и будет. Ну, я не цікавлюсь новинами, хіба що в інтернеті, це все. Ну, не дивлюсь новини по телевізору. Я не цікавлюся політикою, тому що я не можу на це вплинути, тож це не входить у мої інтереси. Відкрита трибуна.